well. Всех приветствую. Я понимаю, какая сейчас ситуация находится. Все загружены. В общем, не до игры. Но мы продолжаем играть. Хоть немного отвлечься от этой темы. В обновлении 12.9 вышло изменение. Вышла лавка дракона с видами замков. Вы видели, и там монеты. И там было написано, что эти монеты Дрейка можно добыть в сундуке дракона. И сейчас в Реборне сундук дракона возобновили нам. Как видите, я кручу его сейчас. Дали 400 халявных ключей. Но монеты Дрейка я здесь не нашел. И сундук дракона теперь переделали. Теперь он идет ранги не внутри королевства, а между группой королевств. Вот видите, 10, 11, 12, 13, 14, 5 королевств. Ранги подбираются в топ-30 между всеми королевствами. И итоги награды дают за каждый день. Херню, короче, они какую-то намутили. Посмотрите, какие здесь награды. И ограничения, очень высокие ограничения. Теперь сундуки только для донатов 100%. Минимум 2600 очков надо набрать. Вот у меня, смотрите, ранг 13 сейчас. 980 очков. Хотя я 400 ключей крутанул. Раньше у нас в Реборне этого было достаточно. Внутри королевства, там донатов немного. 1-2 всего. Спокойно, без доната мы брали виды замков. А теперь хрен. А в основной игре, представьте, между 5 королевствами, сколько там донатов будет. Раньше можно было, ну, те, кто донатили, они там 100-200 баксов потратили и вид замка взяли. Хотя, с другой стороны, сундук дракона, он же идет не один день. Он будет неделю, допустим, или 6 дней, сколько он там идет. Каждый день подводятся итоги. Каждый день 30 человек получают там и вид постоянный, и временный. Вот насчет этого я что-то не уточнил по поводу временности видов. Ну, в общем, награды каждый день будут. И те, кто получили постоянный вид, они будут отсеиваться постепенно. Этот момент надо будет еще прояснить. Я это все записывал еще вчера. Сегодня только добрался, чтобы озвучить, выйти. Просто я смотрю, там один ютубер, иностранец, уже выложил видео с подписями, все на английском. Я там ни хрена не разумею. И переводить лень, скринить. Ну, основной момент я уже сказал, что это будет между королевствами и награды каждый день. И монеты Дрейка здесь я не нашел. Вот посмотрите, за жрецов дают обычные награды. Здесь в колесе, в сундуке дракона, тоже этих монет нету. Ни в сундуках, нигде. Сегодня будет КВК, буду долго находиться в Реборне. За последние 2-3 дня я в игру практически не заходил. Сегодня постараюсь посмотреть этот момент, уточнить, где взять все-таки монеты бесплатно. Такс. Ну, награды вы можете на паузе оставлять и смотреть, какие есть награды. Теперь условия. Запасов стойкости мало было.
Я понимаю отношения сейчас русскоговорящих игроков, украинских игроков. Там во множестве королевств пошел срач между ними, выяснение отношений. Но при чем тут игра? Вы играли годами вместе. Не те же игроки, которые находятся с вами в игре, там воюют, там что-то делают. Они тут при чем? И повлиять они никак на политику не могут. Политику своих правительств. Будем надеяться, что это все скорее закончится. Всем мирного неба. У меня ранг 12. По рангу я вхожу в список наград. Прикупил пакетик один, чтобы проверить. Хотел добраться до топ-10. В связи с ситуацией скакнули цены через Пакистан, теперь так же цены, как и через Россию. Через Казахстан почти выровнялись цены с российскими. Там, где раньше было выгоднее. Они чуть ниже все равно, но уже не настолько. Набрав 2600 очков в рейтинге среди королевств или 3000 в рейтинге всех королевств, вы сможете получить соответствующие награды на этапе подведения итогов. Союзники и чемпионы в рейтинге среди королевств получат награды Альянса. Здесь еще и на Альянс награды какие-то идут. Попав в топ-10 всех королевств, вы получите вид города легендарный шпилец Матинта. Чемпион среди всех королевств получит вид города и уникальную хвалу. Попав в топ-10 среди королевств, вы получите вид города. Если несколько лордов наберут одинаковое количество очков, в поле высокий ранг получит тот, кто из них набрал первым. Вот это все изменения. Один список это среди королевств пяти, второй список это все королевства. И попасть туда теперь нереально просто. Личные награды. Вторая, третья, R4, R10, R11, R20. Сейчас я дозапишу видео именно временные или постоянные это виды замков. Это просто запись старая, вчерашняя. У меня 1740 очков, а надо 2600. Хотя топ-7. Раньше, по-моему, требовалось 2000 очков, теперь 2600.
Эти многие не набрали 2600. Добавил видео, записал, проверил, что там с видами. Семьдесят очков за сегодня. Вчера было 1740. Теперь 1820, это между королевствами, где все королевства. Общий рейтинг. А среди королевств, среди пяти королевств, только 70. То есть каждый день рейтинг меняется. Рейтинг за вчера, мой ранг 9. Но я не взял 2600 и без вида остался. Топ-10 постоянные виды. 11-20 на 28 дней. 21-30. 14 дней. Ну, в принципе, такая же схема осталась. Только это на каждый день теперь. На этом все. Всем пока.